Израильтянин, видящий эти картины, подумает, что это рекламная кампания по увеличению внутреннего туризма. Вместе с тем, эти картины важны в силу исторической перспективы, характерной для жизни израильтянина. Время действия абсолютно непредсказуемо, а место – все здесь движется по закону маятника, от полюса к полюсу, от спада к вершине, от подавленности к эйфории. В этой открытой книге события вписывают каждый день непредсказуемую главу, словно действие пьесы, вдруг срывающейся с подмостков, обнажая место, где нет и никогда не было ни одного ненасыщенного момента. Иерусалим никогда не знал серой обыденности. Со дня своего основания город был захвачен, отбит и вновь захвачен около 40 раз. Он словно магнит притягивал и тех, кто поклонялся ему безмерно, и тех, чье насилие не знало границ. Из всех захватчиков, которых знал Иерусалим, самым неагрессивным был фотограф. Он вновь и вновь бросался на штурм, чтобы поведать историю с молитвой в сердце, да будут удачными снимки. Это длинная история, еще с 1948 года. Глаз фотокамеры, тот самый глаз, которому в последнее время досталось немало ударов, увековечивает образы современников для грядущих поколений. Именно так было 40 лет тому назад, когда запечатлены были люди и события, которые мы сегодня называем историей. Фотограф Давид Рубингер сделал этот снимок в 1947 году, когда в Тель-Авиве вспыхнули празднества по поводу принятия Ассамблеей ООН решения о разделе Эрец-Исраэль и создании государства Израиль. Он был очевидцем этих событий, он увековечил их на пленке. Он был там и в 1948 году, сражаясь против арабского легиона, который напал на еврейский квартал Иерусалима и захватил его. Рубингер и его фотокамера были на месте и в последующие дни, когда Иерусалим был в осаде, а его жители испытывали невзгоды и нужду. Снабжение продовольствием было трудным, а вода выдавалась по норме. Иерусалимцам оставалась лишь надежда на прибытие транспортных колонн, жизненно важных для города. Надежда, что колонны прорвут блокаду. Но не все достигали цели после стычек с арабскими бандами, подстерегавшими в засаде у обочин. В историю тех дней вписаны англичане, которые все еще управляли Эрец-Исраэль и которые по случаю или не случайно не всегда вовремя приходили на помощь. Немое свидетельство тех событий – остовы сожженных машин у Шар-Хагай. Британский мандат закончился церемониями и парадом, как и приличествует Великобритании, хотя доносящийся гром пушек отнюдь не залпы салюта. В Тель-Авивском музее предстоит великое событие. Представители еврейской общественности собираются здесь на торжественное собрание по случаю провозглашения независимости. Глава правительства в пути Давид Бен-Гурион. Он читает Декларацию независимости и провозглашает создание государства Израиль. В силу нашего естественного и исторического права и на основании решения Генеральной Ассамблеи Организации Объединенных Наций настоящим провозглашаем создание еврейского государства в Эрц-Исраэль. Государство Израиль. Арабы тоже провозгласили войну против государства, которому исполнился один день. Тель-Авив подвергся бомбардировке с воздуха. Арабские армии наступают на всех фронтах, а против них малочисленные бойцы и разрозненные поселения. Уже в первые дни войны возникает новая проблема. Сначала едва ощутимая, но со временем эта проблема станет доминантной во всем регионе. Это проблема беженцев. Арабы покидают свои дома, свои селения,
Некоторые делают это из страха, но есть и такие, которые убегают, послушавшись советов своих лидеров. Беженцам было обещано, что придет день победы, они вернутся домой и захватят трофеи поверженных евреев. Есть и еврейские беженцы, сумевшие убежать из еврейского квартала до захвата его арабским легионом. Блокада Иерусалима прорвана, и транспортные колонны вступают в город. Иерусалим не падет. В полном разгаре война между регулярными армиями и горсткой бойцов без необходимого оружия и боеприпасов. Война ведется за самое существование, за дом. Нет выхода. Даже у Египта, лидера арабского мира, не было выбора. И в 1949 году было подписано соглашение о прекращении огня. Война за независимость завершилась. Пришло время собирания диаспор. Посланцы отправились в страны еврейского рассеяния по всему миру. И евреи начали прибывать тысячами, сотнями тысяч из самых дальних стран. Тунис, Алжир, Марокко. Они приходят из Сахары, из Атласских гор, тысячи евреев из Йемена. Их принесли орлиные крылья и волшебный ковер. Так назывались крупные операции по воздушной доставке репатриантов. Прибывают и уцелевшие в катастрофе выходцы из 70 стран Европы, Балканского полуострова, Дальнего Востока. Они бегут от нужды, преследований и уничтожения, чтобы здесь воплотились их мечты. Следующая станция после порта и аэродрома – Маабара, временный лагерь. Огромные пространства усеяны палатками, бараками, временными жилищами, где разместились малоимущие семьи. Выделяемого рациона питания недостаточно, чтобы согреть тело, не говоря уже о сердце. В стране режим экономии. Есть карточки, но их нечем отоварить. А то, что можно купить, на это нет карточек. Очереди длинны, полки пусты, а яйцо – это предмет роскоши. Процветает черный рынок. На дорогах – заграждение. В обыскиваемых автомобилях ищут не наркотики и не взрывчатку, а незаконных цыплят. К режиму экономии и ежедневным трудностям прибавились и стихийные бедствия. Обильные дожди вызвали наводнения, и потоки воды залили почти все. Бури сносили крыши, срывали палатки, снега набросили на землю белый покров даже в приморской низменности. Зима 1950 года самая трудная из тех, что упомнили старожилы. Не все с любовью приняли свой приговор, но все видели свет в конце тоннеля. 1951 год – прилив национальной гордости, и парад армии обороны свидетельствовал об этом. Patriotic pride was in full swing in 1951 for Independence Day. Thousands of Jerusalemites lined the route for the first Jewish military parade in 2000 years. And of course, Natan Axelrod. Камера Натана Аксельрода также была там, чтобы напомнить о тех днях. Кинокамера была на месте, когда началась эвакуация временных лагерей Маабарот в жилые кварталы, коммунальные дома 50-х годов, где все постройки похожи друг на друга и требовались специальные отличительные приметы, чтобы узнать свой дом. Можно было бы жить спокойно, если бы не шумные южные соседи. Король Египта Фарук низложен и выслан из страны. Новое поколение лидеров захватило власть. Гамаль Абдель-Наср и Ануар Садат.
Одним из шагов, предпринятых египетскими полковниками для укрепления своих позиций, была пропагандистская кампания против Израиля. Этот фильм поощряет египетскую молодежь присоединиться к группам Фадаюн, просочившихся, которые проникали на территорию Израиля и совершали террористические акты. В фильме они представлены дерзкими воинами. Укрепляется положение Насера в арабском мире. Король Саудовской Аравии в центре, Насер справа и Хусейн, новый король Иордании. Год 1954, Израилю 6 лет, и дети, родившиеся в год создания государства, идут в школу. Прелестные цабры, уроженцы страны, надежда народа, будущие гении, виртуозы, отрада сердца. Гордость каждой матери. И во главе мама Голда, вручающая премию. Вновь террористы пробрались через восточную границу. Жертва – тракторист Эльбас. Следопыты взяли след. Заявление пресс-атташе армии обороны завершается известной фразой. Следы ведут по ту сторону границы. The situation on the border with Jordan calls for an emergency cabinet session in Jerusalem. Правительство во главе с Моше Шаретом собирается на экстренное заседание. На повестке террористические акты на границах. Бен-Гурион уже не член правительства. Он оставил пост премьер-министра и отправился в Негев, чтобы послужить примером молодому поколению в заселении пустынь на юге страны. Негев был вершиной устремлений старика. Он верил, что будущее страны зависит от заселения этого края, составляющего 60% территории национального землепользования. И там, где был Бен-Гурион, была и кинокамера. То были дни лобового документального кино, создававшегося для грядущих поколений. Праздник танца, церемонии, ассамблеи, новые поселения в отдаленных районах. Все снималось в сопровождении дикторского текста, исполненного драматизма. В жанре киножурналов тех лет. Поселение в Иерусалимском коридоре под названием Нес-Харим, Чудо-гор. Поселенцы, выходцы из Курдистана, не ведали, о каком чуде идет речь. В кратчайшее время они узнали, что чудо – это само их пребывание в этом месте. Дети поняли, что площадка для игр кончается у границы. Таковы были будни Нес-Харим. Автобус привозит каждый день караваи хлеба, которые черствеют по дороге. Взрослые обливаются потом. Солнце нещадно палит с небес, земля пылает под ногами. Хлеб и вода вовсе не символ, это все, что есть. 35 градусов и маленький клочок тени. Вечером охрана выходит в дозор, а поселенцы запираются в домах, закрывают наглухо ставни из опасения перед атакой фадаюнов. Это Нес-Харим тех дней, а сегодня процветающее поселение. Тель-Авив более безопасен, однако каждое шоссе – это фронт, каждый пешеход – потенциальная жертва. Тот, кто пересекает улицу по правилам, удостаивается похвальной грамоты. Эта обладательница грамоты победила также и в конкурсе красоты – Офира Навон, в будущем жена президента Израиля Ицхака Навона. Вот они! Веселые 50-е годы в Тель-Авиве. Здесь все соревнуются. Пешеходы соревнуются с автомобилями, а те соревнуются между собой. Забег «Яйцо в ложке». Отправка почтовых голубей. Марафон почтальонов. Соревнования официантов. В карнавальной процессии любимцы публики Давид Бен-Гурион и Голда Мейер. Но это куклы, а вот и сами они на скамейке.
Пародия на идише на пьесу «Дыбук». Бен-Гурион живет в Стейбл-Кэр, и глава правительства Шарет прибыл к нему, чтобы убедить его вернуться в правительство и занять пост министра обороны. Спустя короткое время Шарет уходит в отставку. Бен-Гурион вновь возглавил правительство. Со временем он вновь покинет свой пост и вновь станет главой правительства. Год 1956. Президент Египта Насер решил изгнать англичан и французов из зоны Суэцкого канала. Он провел национализацию канала и перекрыл судоходство израильских кораблей в Красном море. Британия, Франция и Израиль объявляют войну Египту. В течение 48 часов израильские силы вышли к Суэцкому каналу. Тысячи египтян взяты в плен. У Израиля всего лишь один пленный в Египте. Теперь, когда весь Синайский полуостров в руках Израиля, Бен-Гурион провозглашает о создании третьего израильского царства. Но Насер потопил египетские корабли, чтобы предотвратить международное судоходство по Суэцкому каналу и вызвать давление на Израиль, заставить его отступить. Давление было оказано как со стороны Организации Объединенных Наций и ее секретаря Дага Хаммершельда, так и со стороны президента США генерала Эйзенхауэра. Бен-Гурион призывает граждан примириться с реальностью. Синай будет возвращен Египту. Менахем Бегин, глава оппозиции, требует, чтобы Израиль сохранил Синай. Силы ООН вступили в Синай, а Израиль покидает его. Война закончилась. Наступило время голубя мира. Голубь попал в ловушку в изгибах водосточной трубы, и пожарники вызваны, чтобы провести операцию по спасению. Операция завершилась успешно, голубь получил свободу, а наши силы без потерь вернулись на свои базы. Мы знали прекрасные времена, когда в числе тех, кто посещал нашу страну, были звезды искусства, кино, эстрады. Прибыл Дани Кей. Марлен Дитрих ступила на святую землю. Прославленный Луи Армстронг. Армстронг и его труба подверглись арабскому бойкоту за шпионаж в пользу Израиля. Известный скрипач Иуди Менухин тоже прибыл в страну. Незабываемые дни. Новая волна эмигрантов, на сей раз из Австралии. И даже русские прибыли сразиться с Израилем на футбольном поле. Результат 2-1 в пользу русских, но победил Израиль. Ведь тогда было сказано, что главное – это сам факт приезда русских. Выставка достижений в Хайфе составила честь нашей стране. Толпы устремились в павильоны, чтобы увидеть чудеса израильской промышленности, ее новинки и изобретения. Были представлены стиральная машина широкого профиля, стирает, выжимает, гладит, и автоматическая линия для изготовления консервных банок, производящая также коробку для сардин, открывающаяся с легкостью, если удастся. В Тель-Авиве кипят страсти. Повод – открытие супермаркета, первого универмага. На этот раз возмущены владельцы бакалейных лавок, опасающиеся за свой кусок хлеба. Про
Прогресс врывается, как буря. Нефть в скважине Хелец. Вода во всеизраильском водоводе с севера и до Негева. Авиационная промышленность. На юге поливают, а на севере осушают болото Хулы. Израиль выпускает автопокрышки и автомобили к этим автопокрышкам. Израиль празднует десятилетие со дня основания. Новые репатрианты все прибывают. Весть, посланная всем, кто готов ее воспринять, мир и близкому, и дальнему соседу. Израильские достижения пользуются высокой репутацией в новых африканских странах. Прибывает король Бурунди, первый королевский визитер с африканского континента после царицы Савской. Он приехал, чтобы собственными глазами увидеть чудо. Израильско-африканские связи крепнут и развиваются. Многие из африканских лидеров прибывают в Израиль, чтобы увидеть промышленную революцию, переживаемую Израилем. Они также заинтересованы заполучить здесь и нечто иное – оружие и военные знания. Посол Ганы присутствовал на учениях, где тренировались солдаты ганской армии, и удостоил их своим личным участием. И в нашей стране наступил атомный век. Давид Бен-Гурион осматривает установку для атомных исследований в Нахал-Сурек. Но прошлое все еще преследует возрожденный народ. Адольф Эйхман пойман в результате блестящей операции, доставлен в Эрец-Исраэль и предан суду за злостные преступления против человечества и еврейского народа. Глаза всего мира устремлены к этой стеклянной клетке в зале суда, где сидит этот человек, озирающийся по сторонам. Свидетельства вызывают из глубин памяти жуткие видения и кошмары времен катастрофы. Один из свидетелей, писатель Кацеткин, говорит: «Я видел их», и падает в обморок. Прокурор, юридический советник Гидон Хаузнер, требует осуждения по всем пунктам обвинения. Приговор – смерть через повешение. В этой стране новая глава начинается прежде, чем завершается предыдущая. На севере пребывание в бомбоубежищах становится привычным. Сирийские пушки, размещенные на голландских высотах, постоянно обстреливают еврейские поселения, нанося ущерб имуществу, унося людские жизни. Ни единой минуты покоя. Квартал Меа Шеарим в Иерусалиме. Картина из другого мира. Подходящая декорация для Альфреда Хичкока. Даже в Меа Шеарим у этого виртуоза детективов есть поклонники, просящие автограф. В сопровождении мэра Иерусалима Тедди Колика Хичкок с супругой осматривает город. С обзорной площадки здания муниципалитета в Западном Иерусалиме они обозревают его восточную часть. На расстоянии 100 метров демилитаризованная зона и Восточный Иерусалим по ту сторону границы. Среди домов позиции иорданских снайперов. Угрозы из севера. Сирийцы усиленно тренируются, готовясь к боям с Израилем. Геройских поступков здесь достаточно. Как, например, растерзание зубами змея, символизирующего Израиль. В бункерах на Голанах сирийцы выжидают, наблюдая за происходящим в Галилее. Весть с севера. Война.
Эйби Натан в Тель-Авиве начинает единоличную кампанию за прекращение войны. Он пилотирует в Египет легкий самолет с миссией мира. Публика толпится у порога его небольшого кафе на улице Дизингов, ожидая известий. Дополнительный выпуск вечерней газеты сообщает, что самолет разбился, и Эйби Натан погиб. Публика убита горем. Люди плачут. Новый выпуск газеты приносит добрые вести. Эйби жив. Он арестован египтянами, но на следующий день его освобождают, и в Тель-Авиве его встречают как героя. Египтян не впечатлила акция Эйби, равно как и стремление Израиля к миру. Насер подстрекает толпы в Египте как пролог к своим последующим акциям. Египетский диктатор изгоняет наблюдателей ООН из пограничных районов под предлогом, что он не гарантирует их безопасности в наступающей войне. Следующий его шаг – дислокация вооруженных сил в Синае. Затем он подписывает договор с Хусейном, королем Иордании, о взаимных действиях против Израиля. На улицах Каира вздернута на виселицу кукла в образе еврея. В мире демонстрации в поддержку Израиля. В Израиле растет беспокойство, а напряжение достигло высшей точки. Израиль предпринимает все меры, чтобы избежать войны. Мобилизованы резервисты. Начальник генштаба Ицхак Рабин, министр обороны в правительстве национального единства Моше Даян, глава правительства Леви Эшколь. Июня 1967 года. Разразилась война. Неожиданным ударом израильские ВВС вывели из строя воздушные силы Египта, его аэродромы. На суше армия обороны сражается на севере и на юге. Иорданцы атакуют в Иерусалиме. Но и они потерпели решительное поражение. В течение 6 дней Израиль завоевал Синай, голландские высоты, западный берег и восточный Иерусалим. Jewish soldiers approach the holy Wailing Wall, kissing its stones, praying, crying, awestruck. Иерусалим – вновь объединенный город спустя 19 лет. Сметены преграды, разделявшие город на две части. Связь западной и восточной частей возобновлена. И словно после разрушения плотины потекли людские потоки из западной части в восточную, а из восточной в западную, смешиваясь в единую, огромную живописную толпу. Самый популярный израильтянин среди арабов – Моше Даян. Несмотря на войны с арабами, он известен среди них как государственный деятель, который понимает необходимость сосуществования с арабами. Они понимают друг друга. Трапезы в его честь стали обыкновенным событием, однако всеобщее благоденствие пока еще не наступило. Заряд взрывчатки разорвался у парикмахерской на рынке Махане Иуда. Это случилось в канун субботы. Рынок переполнен, десятки убитых и раненых. На севере шайкой террористов атакован автобус с детьми из поселения Авивим. Немало детей было убито и ранено. И на южной границе нет покоя. Египтяне ведут войну на истощение. В ответ израильтяне обстреливают нефтеочистительные заводы и нефтехранилища в районе канала и в городе Суэц. На передовой неожиданный гость – старик Бен-Гурион. Израиль идет к избирательным урнам. Предпринимаются специальные меры, чтобы солдаты, несущие службу у Суэцкого канала, тоже смогли проголосовать. 22 избирательных списка участвуют в выборах.
Во главе списка Маарах, Голда Мейер, во главе Ликуда, Менахем Бегин. Голда избрана главой правительства. Напряженность на границах, жара, высокие цены, пробки на дорогах превратили израильтянина в создание нервное, находящее разрядку весьма неконтролируемым способом. Этот рекламный ролик не руководство израильтянину, как прийти в себя, миссия абсолютно недостижимая, а наставление, как оставаться здоровым, когда истощены все силы. На востоке открылись мосты, ведущие из Израиля и территорий в Иорданию. Через эти мосты провозятся товары, предназначенные Иордании и другим арабским странам. Летние месяцы – сезон свежих овощей и фруктов. Арбуз тоже входит в число удовольствий, которым предается средний израильтянин. Под нарез, ясное дело. По ту сторону границы – сезон похищений. В сентябре 1970 года УОП захватило 3 гражданских самолета в Иордании, которые впоследствии были взорваны. УОП заплатила за разбой. В кровавых боях иорданская армия уничтожила около 7 тысяч палестинцев. УОП и все его учреждения были изгнаны из Иордании. Эти события получили название «Черный сентябрь». Террор не знает границ и захватывает те области, которые извечно были символами братства народов, состязаниями во имя мира, Олимпиада, проходившая в Мюнхене, Германия. В израильскую олимпийскую делегацию входит спринтер Эстер Шахаморова, надежда израильского спорта. Группе террористов из организации «Черный сентябрь» удалось проникнуть в олимпийскую деревню и захватить в качестве заложников израильских спортсменов. В обмен террористы требовали освобождения своих товарищей из тюрем Израиля и Германии. После изнурительных переговоров немцы решили провести операцию по освобождению заложников в аэропорту. Операция эта полностью провалилась, и 11 израильских спортсменов были убиты на месте. Весь мир возмущен, но представление продолжается. В это же время прибывают в Израиль тела израильских спортсменов. Террористы, которые не погибли в акции и попали в плен, были освобождены спустя короткое время. Эйби Натан вновь в центре внимания прессы. Он продает свое имущество и приобретает корабль. Корабль мира, который бросит якорь у побережья, вещая на Израиль и на арабские страны. Эйби устраивает марши мира в Кнессет, но убедившись, что дело не продвигается, он отправляется в Биафру для оказания помощи беженцам гражданской войны в Нигерии. Затем он возвращается в Израиль и на сей раз становится во главе новой кампании против войны. Он убеждает детей уничтожать игрушки, связанные с войной. Йом-Кипур. 1973 год. Йом-Кипур. Нерабочий день. Молчат радиостанции. Что-то происходит. Необычная активность. Движение автомобилей. But something strange is happening. There are cars on the streets. Египтяне и сирийцы в приграничных областях готовятся к атаке. И еще до того, как были отмобилизованы резервисты, египетские силы форсируют Суэцкий канал. Сирийские танки рвутся голландским высотам. Война судного дня началась. С ней самое тяжкое наше сражение за существование со времен войны за независимость. Этот народ маленький, окруженный врагами, решил жить.
Если потребуется заплатить высокую цену за продолжение жизни, мы заплатим ее. Нет такого народа, который пошел бы на уступки. Мы знаем, что такая уступка – это смерть. Это потеря нашей независимости, физическое уничтожение нашего народа. Мы не позволим себя уничтожить. Никогда. Ни за что. В тот же вечер, на исходе субботы, в дома израильтян пришли первые картины, снятые сирийским телевидением. На экранах израильские военнопленные. Для семей, чьи близкие попали в сирийский плен, отныне это единственное свидетельство, что их родные живы. Первые вести с фронтов ошибочны, вводят в заблуждение. Они не отражают тяжелого положения на линиях боя, огромного числа убитых и раненых. Тревога за существование государства объяла и народ, и его лидеров. Армия обороны Израиля оправилась от первых неудач и наносит сокрушительные удары на фронтах и на флангах. Израильские силы проникают в глубину сирийских территорий, угрожая Дамаску. Форсируют Суэцкий канал, расположившись на расстоянии в 101 километр от Каира. Обмен военнопленными облегчил горечь многих семей и улучшил настроение. Более того, хотя Египет в этой войне вернул себе утраченную гордость, но убедился, что невозможно победить Израиль на поле брани. Впоследствии этот результат пойдет на пользу обеим странам. А пока Синайский полуостров остался в руках Израиля. Бедуины, жители пустыни, привыкшие за свою историю к завоевателям, к туркам, англичанам, египтянам, с легкостью приняли израильтян, чья власть над Синаем длилась 10 лет. Синайские просторы стали излюбленным местом путешественников и спортсменов. Началось использование природных богатств, в основном бурение нефтяных скважин. Песчаные дюны стали зоной обитания, выросли и расцвели поселения, главный из которых – город Емит. А на противоположном полюсе нашей страны – Маалот. Группа террористов захватила школу и удерживает учеников в качестве заложников, требуя освобождения из израильских тюрем своих сообщников. 23 ученика убиты, многие ранены. Suddenly, tragedy. 23 children are slaughtered, and many more badly wounded. Год 1975. В один из зимних дней появляется новая точка на карте западного берега Иордана. Поселенцы вбили первый колышек в Себастии, что в Самарии. Впоследствии Алон-Море. Телевидение тоже было там. Правда, не цветное, в домах применялось устройство для нейтрализации цвета, но сатирическая программа «Луль», «Птичник», нашла мощные краски для самовыражения. Энтебе, Уганда. Одна из самых крупных операций по спасению за всю историю. Самолет компании Air France был захвачен по пути в Париж и совершил вынужденную посадку в Энтебе. Была разработана и воплощена в жизнь операция по спасению, за которой следил весь мир. Заложники были освобождены и доставлены в Израиль.
Выборы 1977 года. Шимон Перес возглавлял рабочую партию, но впервые со дня основания государства эта партия потерпела поражение на выборах. Глава оппозиции, лидер партии Ликуд Менахем Бегин формирует правительство. Израильское общество еще не оправилось от переворота внутри страны, а уже совершился другой переворот, внешний, не менее сокрушительный. Лидер Египта Ануар Садат объявляет о своем намерении прибыть в Иерусалим, чтобы выступить в Кнессете по проблемам мира между народами. И он прибыл. Реакция израильтян восторженная. В течение одной ночи Садат превратился в национального героя, любимца Израиля. Было ощущение невероятности происходящего. Лидер самой крупной арабской державы расколол стену вражды и изоляции, возведенную арабами вокруг Израиля. И впервые есть реальные шансы на достижение мира между Израилем и Египтом. Ассаляму алейкум ва рахматуллах. Садат выступает в Кнессете. Вслед за ним Бегин провозглашает тезис. Господин президент, можно избежать войны, но мир – это неизбежность. Мы должны принять одно решение. Мирный процесс должен продолжаться, лицом к лицу, между нами и между вами. Так, что даже такая старая леди, как я, доживет и увидит. Вы ведь всегда называли меня старая леди, господин президент. Но подписание мирного договора Голде не привелось увидеть. Через несколько месяцев после встречи с Садатом Голда скончалась. Я хочу дожить и увидеть этот день. Мир между нами и вами. Мир между нами и нашими соседями. Если на юге шансы на мир вполне реальны, на севере падают снаряды «Катюш» на города и сельские поселения. Обстрел ведут палестинские террористы, завладевшие Южным Ливаном. На юге шансы на мир ощутимее, но за мир придется заплатить. Поселения, созданные на песках пустыни, в которые вложен огромный труд, станут искупительной жертвой мира. Израильтяне уйдут отсюда, а бедуины останутся, и пустыня тоже. Finally, 1979 год. Наконец-то мир. Бегин и Садат жмут руку президента США Джимми Картеру, и после 3 десятилетий враждебных действий и 5 войн мир с Египтом. Нет, нет, это не война. Это декорации киносъемок. Климатические условия Израиля благоприятны для киноиндустрии. А это не фотография кинозвезды, а звезда – непрофессиональный актер. Герой – верховный раввин Израиля Шломо Горен. Во время операции «Сухие кости» раввин Горен пытается обнаружить останки воинов, участвовавших в восстании Бар-Кохбы. Останки были найдены в одной из пещер и погребены с почестями согласно закону. Вся страна – сцена. Все, что здесь происходит, драматично. В Иерусалиме звезды сериала «Даллас» приняты главой правительства Бегиным, страстным поклонником драмы. В Каире состоялся парад по случаю 8-й годовщины войны Судного дня. Садат принимает парад, сидя на трибуне почета. Но парад обернулся трагедией. Мусульманские фанатики стреляют в президента и убивают его. Разверзлась зияющая пропасть в нашем регионе.
Но процесс мирного урегулирования продолжается. Взимается и плата за мир. Синайский полуостров и поселения там созданы и возвращены Египту. Город Ямит становится центром борьбы между правительством и поселенцами и примкнувшими к ним экстремистскими группами из других районов страны. Кукла в образе Бегина, героя поселенцев и национально настроенных кругов, вздернута на виселицу. Город Ямит, восставший из песков, вновь погружается в пески. Лондон. Гостиница «Дорчестер». Посол Израиля Шломо Аргов подвергся нападению палестинских террористов. Ответная реакция не заставила себя ждать. По сути, план есть давно. Израиль вступает в Ливан. Первый раз Израиль начинает войну без широкого национального согласия по ее поводу. Демонстрации против войны – это новое явление в истории Израиля. Одна из целей войны достигнута. Палестинцы изгнаны из Ливана. Надолго ли? Заплачена высокая цена. Более 600 убитых и тысячи раненых. Для Менахема Бегина трагедия войны – тяжкий удар. Военные потери он переживает всем сердцем, а смерть его жены Ализы усиливает одиночество и подавленность духа. Бегин объявляет, что он не в состоянии продолжать и уходит в отставку, запершись в одиночестве в своем иерусалимском доме. Экономическое положение все ухудшается. Инфляция достигает таких размеров, что становится почти неуправляемой. Цены растут с головокружительной быстротой. Этот рекламный ролик пытается наставить потребителей на путь истины. Только после создания правительства национального единства и введения в действие экономической программы инфляция резко пошла на убыль. Достижение международного уровня. Успехи во многих областях – в науке, технологии, в сельском хозяйстве – еще более выдающиеся. Медицинская наука развивается гигантскими шагами, снискав Израилю высокую репутацию во всем мире. В научной области – операции с помощью лазера, электронное сканирование мозга и открытие лекарства от гриппа. Гигантский шаг вперед по сравнению с автоматическим консервным ножом и многофункциональной стиральной машиной. И на политической арене наблюдаются новинки и изобретения. Выборы 84 года привели к выведению нового сорта руководства – правительства национального единства на паритетных началах. Маарах и Ликуд делят власть. Пост главы правительства каждая партия получает лишь на 2 года. Однако, чтобы функционировать, правительство национального единства должно прибегать к эквилибристике. Оно должно лежать и выдержать давление партнеров. И, как в семейной жизни, каждая из сторон должна прибегать к косметике и к компромиссу. Далеко отсюда, в Эфиопии, евреи празднуют праздник Песах в соответствии с традицией. Символический исход из Египта на сей раз завершится практическим шагом. Еврейство Эфиопии готовится к исходу. Тайком покидают они свои деревни, оставляя там все. Enslaved by a feudal aristocracy and branded with the shameful name of Falasha, which means. По бездорожью направляются они в Эрец Исраэль. Только молодые и сильные выдержат невзгоды трудного пути, долгого и опасного. Как и алия их братьев из Йемена 37 лет назад, алия евреев Эфиопии – историческое событие. Только на завершающем этапе их тайного исхода самолеты доставляют их в Израиль. Для многих эфиопских евреев это будет волнующая встреча с родными после многолетней разлуки.
Израиль привлекает иммигрантов всех видов, особенно пернатых, которые прибывают сюда на время, перелетая из холодных краев в теплые весной и осенью. Анатолий Щеранский – это совсем иная история. Он вернулся с холода на постоянное жительство. Щеранский – известный узник Сиона в Советском Союзе. Йосеф Бегун, Ида Нудель и другие. Есть и другие, менее приятные демонстрации. Демонстрируют, швыряя камни против осквернения субботы. Протестуют, сжигая автопогрышки против увольнений, закрытия предприятий и тому подобное. Однако иногда на краткий миг есть и передышка. Все взоры устремлены на Филиппа Пяти, идущего по канату, протянутому над долиной Бен-Гиеном, что между Западным Иерусалимом и Восточным. Он выпускает голубя, и всем понятно, какую весть несет он. Это шаткое равновесие, и то, что удается Пяти достигнуть на канате, увы, недостижимо внизу. Это равновесие нарушено не только в Иерусалиме, но и в Иудее, Самарии, Азии. Местные происшествия, незначительные по силе, оборачиваются беспорядками и открытым неповиновением. Демонстрации с применением насилия, швыряние бутылок с зажигательной смесью, слезоточивые газы, резиновые пули и пули настоящие, закрытие магазинов, убитые, раненые. Несмотря на все происшествия и кровавые события, проистекающие вот уже 40 лет после провозглашения государства, страстная жажда мира все еще не утолена. И хотя мир задержался в пути, но израильтяне верят, что он придет. «Мир» — это надпись на стене и тема фестиваля «Лето 88-го года». Мир, который Израиль жаждет со дня своего основания 40 лет тому назад, в течение которых не по своей воле не раз подвергался суровой встряске. И в минуты затишья, и в другое время слышится щелканье фотокамеры, которая всегда на месте, чтобы остановить мгновение и увековечить его. Выпадают минуты радости, есть минуты горя, возвышенные моменты и моменты душевного упадка. Фотограф все запечатлит. Давид Рубингер был здесь все время. Последний фотоснимок, выбранный им для персональной выставки, показывает ликующие толпы, когда пришло известие о создании государства. Из тех далеких дней по настоящий момент не знала эта страна ни одной обыденной минуты.